Рафаэль Нуньес, Лили Рентерия, Карлос Куэрво, Генри Галуэ, Хуан Баптиста и другие. Композитор Алехандро Кампос, оператор Эдуардо Давила, художник Рауль Далянуэс, продюсер Игорь Манрике, режиссер Хосе Феррара. Не понимаю, что я должна написать. Там бумага и ручка. Найди их и запиши все, что я тебе скажу. Слово, слово, пожалуйста. Соня. Я должна это сделать, Августу. Я должна это сделать, Августу. Я должна это сделать. Прошу тебя. По-моему, сеньор Армини наверху. А что? У меня есть ордер на арест сеньоры. Пожалуйста, позовите ее. В чем дело, сеньор Эрминия? Пусти меня, мерзавка. Из-за тебя я упала. Я застукала ее с поличным, она хотела сбежать. Собирала чемодан. Сеньор Эрминия? Пустите меня. Вы арестованы за убийство Леопольдо Кольменареса и Розы Роблес. Заявляю также, что все написанное и изложенное в этом документе – чистая правда. Я делаю это, чтобы… очистить совесть и восстановить… справедливость в отношении смерти Росарио. Это все. Да, я подпишу. Передай письмо Раймунду. Августу, ты знал и ничего не сказал. Я узнал в больнице, Соня. Что толку упрекать тебя сейчас? Прости, Августо. Прости за мое преступление. Прости, что отрицала существование дочери. Не знаю, что мне взбрело в голову. Но сейчас я все ясно вижу. Как в кино.
как будто передо мной выстроились все мои деяния, чтобы я... Августо, я скоро умру. Нет, Соня, нет, не говори так. Не говори. Мой час пробил, Августо. Нет, Соня, нет. Я умру. Смерть подает мне знак, Августо. Она говорит, что пришло мое время. Августо, пожалуйста. Не дай мне умереть без твоего прощения. Я прощаю тебя за все, Соня. За все. Прости и ты меня, Соня. Да, я умираю, Августо. Августо, я умираю. По крайней мере, она умерла спокойно, зная, что мы ее простили. Нет, Господи, нет. Никогда не думал, что почувствую это. Я любил ее, Ивана. Наш брак получился не таким, как мы хотели, но я очень любил ее. И мне так больно, что она ушла. Ради наших воспоминаний. Ради пережитого. Папа, нужно сообщить остальным. Доктор, пожалуйста. Мне плевать, что вы говорите. Вы не вправе меня обвинять. Просто потому, что это не я. Роберто, сынок. Не называй меня сыном. Как бы то ни было, ты мой сын. И к тому же, адвокат. Ты должен помочь мне, Роберто. Умоляю, ты не должен допустить, чтобы твою мать арестовали. Помоги мне. Моя мать давно умерла. Ее звали Вирхиния Сантандер. А вы мне не мать, и никогда ей не будете. Кто-нибудь объяснит мне, что происходит? Сеньор Августо, арестовали сеньору Эрминию. За что? Мы выяснили, что пистолет, который был у вашей дочери, сеньор Контрерос, пистолет, из которого она стреляла в Эдуардо Росалеса, принадлежал сеньоре Асканио. Из того же оружия были убиты Леопольдо Кальминарес и Роза Роблес. Что? Как? Это неправда. Августо, не верим. Помоги мне. Не дай им арестовать меня. К тому же Рафаэля Роско сознался, что Эрминия знала об убийстве Росарио. Она заплатила ему, чтобы он не донес на Соню. Эрминия, как же так? Теперь я должен забрать ее, сеньор Контрерос. Роберто, это будет на твоей совести. Thank you.
Она убила мою сестру. Убила мою сестру. Что здесь происходит? Почему задержали сеньору Эрминию? По-моему, я знаю, почему, дочка. Нашли оружие, из которого она убила Леопольду. Не только вашего партнера, но и Роситу Роблес. Роситу? Так это вы убили Роситу? За что? Если бы могла, убила бы и тебя. Скажи спасибо, что я оставила в живых твоего сына, так как Соня пошла на попятную. Моего сына? Не понимаю. Это я его похитила, идиотка. Я едва не утопила его в озере. Но Соня испугалась и оставила ребенка в камышах, где его и обнаружили. Что? Вы? Пусти меня, папа, пусти! Пусти меня! Нет, 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 нет! Скажите, скажите... Скажите, что это неправда, нет? Моя мама не могла умереть. Не могла. Да. Она умерла несколько минут назад. Доктор Родригес готовит заключение о смерти. Мне очень жаль, Рики. Мне тоже очень жаль. Господи, бедная сеньора Соня. Мои глубокие соболезнования, сеньор Августо. Что случилось? Соня умерла? Да, сеньор Гильян. Несколько минут назад. Господи, как жаль. Я хочу ее увидеть. Мои соболезнования, Рики. Хотя, понимаю, в такой момент слова тебя не утешат. Спасибо. Спасибо. Папа, мне кажется, нам нужно уйти сейчас. Не время. Не уходи, Кристина. Не уходи. Я знаю, что ты ее очень любил. Да. Я любил ее, Августо. Знаю, нехорошо так говорить, но я бы хотел сделать ее счастливой в последние дни. Уверяю, Соня оценила эту любовь. Ладно. Она знала, что скоро умрет. Она видела, как пришла смерть, но умерла, получив прощение всех нас. Всех. Серена. Такая тихая, кроткая. До сих пор не понимаю, почему ты рядом со мной. Я не заслуживаю твоего общества, а тем более любви. Я тоже не понимаю, Рафаэль. Не понимаю, почему так угодно Богу. Но знаешь, будучи послушницей, я поняла, что пути Господни неисповедимы. Мы слишком ничтожны, чтобы понять их. Да, ты права. Слушай. Слушай, Серена. Твой образ. Твоя робкая улыбка. Твои румяные щеки станут лучшими спутниками в одиночестве, которые мне уготованы. Мне дадут как минимум 20 лет. Нет, но почему 20? Может и меньше, Рафаэль. Я уверена, что тебе дадут меньше. А когда я буду в тюрьме,
Я спрошу себя, почему так случилось, и подумаю о тебе. И пойму, почему так поступил. Потому что Сирена — это единственное хорошее, что было в моей жизни. Рассказать правду? Нет. Нет. Оставить о себе добрую память. Ты же будешь иногда обо мне вспоминать, правда? Рафаэль, я тебя никогда не забуду, никогда. Нет, Сирена, забудешь. И наверняка встретишь хорошего человека, который полюбит тебя, а ты его. Возможно, ты даже выйдешь замуж. У вас будет хорошая семья, много детей. И я бы хотел, чтобы одного из них ты назвала в честь меня, если можно. Если можно, конечно. Дорогой, я назову своего сына в честь тебя, потому что он будет нашим, Рафаэль, твоим и моим. Тело уже увезли? Да. Уже увозят. Что ты здесь делаешь в одиночестве? Я думал о Пати. О Пати. Как ей сообщат, как она воспримет. Наверное, ей будет тяжело. Слушай, у меня кое-что есть для тебя. Это письмо? Оно от Сони. Она сказала, что должна была сделать это. Она продиктовала его, потом подписала и велела передать тебе. Зачем она это сделала? Думаю, она знала, что умрет. Это раскаяние в том, что она совершила. Наверное, так. Я попросил ее об этом, Ивана. Я думал, что это может смягчить приговор моей маме. Я никогда не думал, что она пойдет на это. Вот видишь, Соня ушла, расплатившись по долгам. С тобой тоже, Иван? Да, да. Теперь она может покоиться с миром. Я странно себя чувствую. Думаю, это логично. Я должна быть в этом чужом месте. Я сама виновата. Я виновата и должна осознать это и смириться. А главное — привыкнуть. Кто знает, сколько мне придется здесь провести времени. Возможно, недолго. Доверься адвокату, которого я нашел. Он один из лучших в Майами. Я уверен, что... Нет, нет, Сантьяго. Я не хочу питать иллюзий. Предпочитаю быть реалисткой. А почему не пришел Раймундо? Он приедет позже. Дело в том, что вчера умерла Соня Контрерос. Скоропостижно. Никто не думал, что она умрет так скоро. По крайней мере, она в гораздо лучшем месте, чем я. Поэтому он не пришел, Эстер. Он сопровождает семью на похороны. Уверен в милосердии Господа нашего, да примет он душу Сони Контрерос и да упокоится с миром прах ее. Аминь.
Покойся с миром, мама. Я навсегда сохраню тебя в своих мыслях и воспоминаниях. Мои искренние соболезнования, Августу. Сынок. Сынок, я знаю, что Соня совершила немало ошибок. Но сейчас не время их вспоминать. Бог ей судья. Я тоже совершил много ошибок, Ангелинос. Много. Нет. Ты был хорошим мужем для Сони. Прекрасным отцом для ее детей. Но жизнь продолжается. Да? Когда боль и скорбь пройдут, ты должен продолжать жить. Сейчас у тебя есть сын, Августо. Ты должен начать жизнь заново. Ты имеешь право на счастье. Папа, я пойду, мне кажется, тебе тоже не стоит оставаться. Подожди, я с тобой. Ивана, не возражаешь, если я заеду к вам попозже, и мы поговорим? Не знаю, буду ли я дома. Я хочу провести остаток дня с отцом. Привет, Эдуардо, как дела? Удивлен меня видеть. Не понимаю, почему, я же твой врач. Честно говоря, не ожидал, что ты придешь ко мне. Не знаю, я решил, что Ивана тебе запретила. Ивана запретила, а почему? Она ничего не рассказывала. А что она должна рассказать? Да нет, ничего. Эдуардо, не знаю, в курсе ли ты, но тетя Соня умерла. Утром ее похоронили. Нет, нет. Я не знал. На самом деле, мне совсем не жаль. По делам, Соня убийца. Слушай, Эдуардо, я хотел сказать, что... Я говорил с директором клиники... Мы подумали, что через неделю могли бы тебя выписать. Правда? Честно говоря, не знаю, радоваться ли, потому что в теперешнем состоянии, куда я денусь, что я смогу делать. Об этом я и хотел поговорить. Знаешь, я понимаю, ты очень зол на нас из-за того... что мы сообщили Раймунда и Августа о твоей свадьбе с Иваной. Но хочу, чтобы ты понял, другого выхода не было. Предпочитаю об этом не говорить. Правда. По-моему, это вы злы на меня. Я знаю. Знаю, Ивана меня ненавидит. Нет, она тебя не ненавидит. Раз подала такую идею. Какую идею? Она переезжает жить к отцу и просила предложить тебе пожить у нас. Слушай, Эдуардо, ты совсем один? Тебе потребуется помощь. Ну, по крайней мере, в первые месяцы, пока ты не привыкнешь к инвалидной коляске, мы готовы тебе помочь. Что скажешь? Так значит, Ивана будет жить с тобой. Я рада. Потому что ты будешь счастлив.
Я всю жизнь мечтал об этом. Хотя, видимо, Ивана не сможет долго жить со мной. Не поняла. Кристина, понимаю, сейчас не время. Но я должен поговорить о другом. Не о боли, не о том тяжелом, что мы пережили за последнее время. Я хотел бы знать, готова ли ты потом когда-нибудь выйти за меня замуж. Августо, ты знаешь, как я тебя люблю. Это означает «да», но есть одно «но»? Нет, никаких «но». Ты знаешь, как я тебя люблю, и точка. Знаешь что? Перед смертью Соня попросила, чтобы я постаралась сделать тебя счастливым. Она хотела, чтобы ты был счастлив. Я верю. Я знаю, что она говорила от всего сердца. К тому же у нас есть ребенок. Сын и вся жизнь впереди. Да. Со временем, когда ты будешь готов к этому, я стану твоей женой в любое время, когда захочешь. Теперь это твоя камера. Входи. Вазя. Надо же, Эрминия. Какое совпадение, Эстерсита. Смотри, куда нас занесла судьба. Мы здесь вместе. Болтушка. Да, Эрминия, ты права, мы оказались вместе, и никуда отсюда не деться. Ты мне заплатишь. Ты мне заплатишь, дура, клянусь. Ты мне заплатишь. Если бы не ты, я бы здесь не сидела. Ты заплатишь мне, Эстер. Более того, застилай мне постель. Нет, это чересчур смешно. Сбавь обороты. Знаешь, Эрминия, тут тебе не магазин, где ты привыкла командовать. Нет, милая, нет. Слушай, здесь мы проведем много лет, так что придется вести себя как добрые соседки с той лишь разницей, что порядки здесь буду диктовать я. Ты уже разложила вещи? Нет, я только начала наводить порядок. А почему не скажешь Дели, чтобы помогла? Папа, я не привыкла, чтобы мне прислуживали, чтобы так со мной обращались. Я привыкла все делать сама. Я очень благодарен, что ты согласилась приехать сюда. Я видел, как ты беседовала с Раймундо на кладбище. Да. Он хотел встретиться сегодня, но я сказала, что переезжаю к тебе, и лучше отложить встречу на потом. Вы же любите друг друга, Иван. Да, это правда, папа. Но какие могут быть отношения, когда один обвиняет мать другого в убийстве? Нет, мне кажется, что этого нам не преодолеть. Честно говоря, я не верю в это. Папа, я думаю, лучше подождать, когда пройдет суд над Эстер. Пусть все закончится. Потом мы посмотрим. А мне кажется, что ты не устоишь. Это жизнь без любви, Ивана. Ты отказываешь в любви себе, отказываешь Раймунду. Это я хотел дать понять, когда сказал, что ты не можешь перекладывать на Раймунду грехи его матери.
Ивана, суд над Эстер продлится долго. Не позволяй, чтобы время окончательно вас разлучило. Не позволяй любви остыть. Рики. Не понимаю, зачем ты привел служанку? Она не служанка, теперь она моя жена. Вот это шутка. Да ты комик. Нет, нет, батя, это не шутка. Это правда. А теперь я хочу, чтобы ты выслушала то, что я тебе скажу. Нет. Нет, сначала ты меня выслушай, ладно, Рики? Рики, ты должен помочь мне выйти отсюда. Ты знаешь, я не люблю сидеть в заперти, а меня запирают по ночам в палате. Пати. Пати, я думаю, что пока ты не сможешь выйти отсюда. Смогу. Если ты поможешь, я смогу. У меня есть хороший план. Пати. Вчера умерла мама. Она? Она может мне помочь выйти отсюда. Я позвоню ей. Позвоню и расскажу, как плохо со мной обращаются. Ты не ослышалась? Мама умерла. Ее похоронили. Мне нужен телефон-автомат. Но я не могу. У меня нет денег. Что делать? Где здесь телефон? Ладно, позвоню по-обычному. Позвоню. Сеньор, вы дадите позвонить? Это внутренний. Плевать, я должна позвонить. Или дашь телефон, или я разобью тебе голову. Санитар, санитар. Что с тобой? Мне нужно позвонить маме, пожалуйста, пустите меня. Рики, прошу тебя. Рики! Рики, прошу тебя! Пусти меня! Тони. Вот уже месяц от Раймунда никаких вестей. Не знаю, может, он уехал. Он даже не звонит. Да, похоже, он уехал. Ладно, как в старые добрые времена, ты будешь засекать время. Ладно. Ладно, но полчаса, не больше, потому что у меня полно дел. Ладно, совсем ненадолго. Пока. Я всегда нахожу тебя на том же месте. Раймундо. Как приятно смотреть на океан, правда? Дай догадаюсь, о чем ты думала. О чем? О нас. Потому что это место нашей встречи с самого первого раза. Да, похоже так. Да, угадал. С первого раза, когда я увидел тебя и свое отражение в твоих глазах, я остался здесь, Ивана. Я остался в твоих глазах навсегда. И очень счастлив этим. И после этого мне приснилось, что ты принц из волшебной сказки. Я полюбила тебя. Мне приснилось, что я выхожу из кареты, мы держимся за руки, я едва тебя не поцеловала, едва. Знаешь что, во сне я задрожала от волнения. Одно твое слово, этот сон может стать явью. Одно слово, любимое. Да. Да. Enamorada, viviendo de un sueño. Enamorada, buscando.
Наконец-то пришли. А Виктор Августо? Ну, он спит, как и положено младенцу. Можно посмотреть? Нет. Ты не можешь его видеть. Нет. Ладно, хорошо, тогда я подожду, чтобы был сюрприз. Ладно, девочки, я пошел. Нет, нет, сеньор Гильен, пожалуйста, не уходите. Почему? Останьтесь еще. Ненадолго, ладно? Просто у нас с Кристиной важное секретное дело. Уверен, оно связано со свадьбой моей дочери, не так ли? Ну, ничего не поделаешь, я побуду нянькой еще немного. Ступайте. Спасибо, папа. Да, Рикки, я снял пентхаус у моря. Как ты понимаешь, мы с Кристиной не можем жить в этом доме. Хорошо, папа, но ты знаешь, что не доставишь никаких неудобств, оставшись здесь. Знаю, сынок, знаю, благодарю, но Кристине будет неудобно. Естественно, естественно. Все равно я рад, что дом достанется вам двоим. Ну, не только нам. Мы надеемся, что Ивана останется с нами. Если только не будет жить с вами. Нет, нет. Я буду жить с мужем. Папа, я выхожу замуж. Наконец-то я выхожу замуж за Раймундо. Ты меня поцелуешь? Да, мама. Сегодня она согласилась, и мы решили пожениться. Завтра свадьба. Дорогой, ты не представляешь, как я рада, что она наконец-то простила тебя. Конечно, мне очень больно, что я не смогу быть на свадьбе. Мне тоже, мама. Мне тоже. Но это не важно, милый, не важно. В душе я буду с тобой, желая тебе огромного счастья, потому что ты его заслуживаешь. Да, я получил передачу. Спасибо за печенье. Оно было очень вкусным. Слушай, честно говоря, не ожидал, что ты придешь сегодня. У меня для тебя сюрприз. Подарок. Да? И что же это? Сеньорита Пати, к вам посетитель. По-моему, это ваша подруга. Подруга? Да, подруга. Как странно, потому что у меня нет подруг. Зачем пришла? Тебя я хотела бы видеть меньше всего. Ты пришла причинить мне зло, не так ли? Нет, Пати, не говори так. Я пришла не за этим, не для того, чтобы упрекать тебя, напротив. Я пришла узнать, как ты, как твои дела. Хотела узнать, не поправилась ли ты. Поправилась от чего, Иванита? Тут все говорят, что я сумасшедшая. Но нет, я в полном порядке. Хорошо. Слушай, Пати, я понимаю, между нами было много чего неприятного. Я хочу, чтобы ты знала. Я не держу на тебя зла. Я все забыла и простила. Знаешь, почему? Потому что я понимаю.
что ты любила Раймунду и видела во мне врага. Но на самом деле, Пати, я не хочу, чтобы ты так ко мне относилась. Ты выйдешь за него замуж? Это ты пришла сообщить? Да. Да, завтра мы поженимся. Свадьба, Ивана. Здорово, знаешь что? По-моему, это прекрасно. Я знаю, вы созданы друг для друга. Знаешь, он причинил мне много вреда. Но я не могу держать на него зла. Похитить меня под дулом пистолета и держать в ужасной темной комнате — это очень плохо. Но я понимаю, что в тот момент он был немного не в себе. И несмотря ни на что, он оставался с тобой, Ивана. Значит, ты выходишь замуж за Августа, Кристина? Ну, что я могу сказать? Поздравляю тебя. Поздравляю. Спасибо, Рафаэль. А ты как? Скучно. Представь себе, как еще может быть в подобном месте? Но Серена заботится о тебе? Да. По крайней мере, хоть кто-то меня любит. Скажи мне одну вещь, Кристина. Ты злишься на меня? Потому что, коли так, мне будет гораздо больнее. Я так тебя любил. Это называют убийственной любовью, безумной любовью, но все-таки это любовь. Любовь. Рафаэль. Послушай меня, Кристина. Хоть ты мне и не веришь, я рад видеть тебя счастливой рядом с Августом. Наконец-то вы будете счастливы. Я знаю, что вы с ним станете прекрасной парой. Спасибо. Я тоже надеюсь, что когда-нибудь ты тоже станешь счастливым. Лелей любовь Серены. Взращивай ее, словно цветок. Хоть ты и за решеткой. Пусть тебе дадут 10 или бог знает сколько лет, но это неслыханная любовь твоя. Она принадлежит тебе. Ты ее завоевал. Ты здорово выглядишь. Красавец. Знаешь, дочка, несмотря на все, что мы пережили, все дурное, печальное, что произошло с нами за короткое время, несмотря на грустную, болезненную ситуацию с Пати, из которой ей никогда не выбраться, я впервые за долгое время чувствую себя спокойно. Вижу луч надежды, как свет в конце туннеля, и клянусь, мне страшно. Но, по крайней мере, у меня есть любовь женщины, которую я обожаю. Я знаю, она поможет мне преодолеть все невзгоды. У меня есть чудесная дочь. Ты знаешь, в последнее время я думаю о твоем папе Лоло. Это почему? Потому что он сделал тебя такой, какая ты есть. Потому что ты любила его. Я тебя тоже люблю. Знаешь, когда я думаю по ночам, то прошу у него помощи. Я прошу его помочь мне узнать тебя так, как знал он. Прошу помочь сделать тебя счастливой, как он. Несмотря на то, что мы мало общались, несмотря на то, что у меня не было возможности узнать его так, как хотелось бы, я безмерно ему благодарен, потому что он сделал тебя таким прекрасным человеком, таким славным существом. Я люблю тебя, моя дорогая. Папа, не заставляй меня плакать. Я накрасилась к твоей свадьбе. Обними меня.
Пойдем. Пойдем, жених не должен опаздывать на свадьбу. Пойдем. Сеньоры. Сеньоры, начинаем церемонию. Вот невеста со своим отцом. Бери ее, Августо. Прошу садиться. Сегодня мы собрались, чтобы отметить свадьбу сеньора Августо Контрераса и сеньориты Кристины Гильен. Они пришли сюда по собственной воле. Зачитав им права и обязанности супругов, я задаю вопрос. Сеньор Августо Контрерас, согласны ли вы взять в жены сеньориту Кристину Гильен? Да, от всей души согласен. Сеньорита Гильен, согласны ли вы взять в мужья сеньора Августо Контрераса? Да. Согласна на всю оставшуюся жизнь. Пожалуйста. Распишитесь. Теперь вы... Властью, данной мне штатом Флорида, объявляю вас мужем и женой. Поздравляю. Горько, горько. Погодите, погодите минуточку. Теперь отметим свадьбу моей единственной дочери. Ремехио, шампанского, пожалуйста. А тем, кто не знает, хочу объявить. Завтра выходит замуж моя дочь Ивана. Так значит, сегодня выходит замуж Ивана. Наконец-то она выходит за Раймунда. Да. Вчера ее отец женился на Кристине. Здорово, правда, Рафаэль? Слушай, Сиренита, тебе тоже стоит об этом подумать. Ты тоже должна выйти замуж. Рафаэль, со вчерашнего дня я думала об этом, и сегодня утром решила, я хочу выйти замуж. Конечно, конечно. И, разумеется, ты встретила своего избранника. Это ты. Я хочу выйти замуж за тебя. Серена. Серенита, что ты говоришь? Я заключенный. Я уже все выяснила. Начальник тюрьмы может нас расписать. Конечно, если ты согласен быть моим мужем. Конечно, но... Нет, я не хочу так с тобой поступать. Ты не представляешь, что значит быть женой заключенного. Это означает нет. Что ты? Что ты, Сиренита, разумеется. Как я могу тебе отказать? Я хочу сказать «да», хотя не знаю, за что Господь послал мне такую милость.
Тони и Дженни сказали, что сегодня ты выходишь замуж. Думаю, меня ты не пригласишь. Понимаю, ты ненавидишь меня после всего. Нет, Эдуардо, никакой ненависти, тем более к тебе. Ведь ты любил меня. Я обожаемый, почитаемый, но нелюбимый. Понимаю, твое счастье, Раймунда, ты всегда его любила. Ивана, хоть в душе я умираю от боли, я желаю тебе счастья. И говорю это от всего сердца. Спасибо, спасибо. Обещаю, что забуду о тебе. А еще обещаю, что буду жить дальше и любить тебя, как любил всегда, как подругу. Это похоже на сон. Скажи, что это правда. Папа. Это правда, дочка. Это правда. Это не сон. А вот и невеста. Раймундо, вручаю тебе свою дочь. У тебя есть шанс сделать ее счастливой. Так и будет, Августо. Братья и сестры, мы собрались сегодня для священного таинства брака между Иваной и Раймундо. Сеньорита Роблес, я снова вас встретил. Вы всегда так красивы, элегантны, так утонченны. Я так мечтал об этой минуте. Не отвергайте меня. Если бы вы знали, на что меня вдохновляете. С первой минуты, увидев вас, я не могу забыть ваш образ. Я люблю вас, сеньорита Роблес. Люблю всем сердцем. Кольца, пожалуйста. Existe un lugar.
Нет большего счастья, чем назвать тебя женой. Я люблю тебя, Иван. Очень люблю. Нет большего счастья, чем сказать, что это навсегда. Я люблю тебя. Розмэри, сделаем вот что. Выпьем за счастье молодых. Если есть такое счастье, то это ты, милая. Да, любимый. Всем долгих лет жизни. Я люблю тебя. Ивана, милая, ты должна бросить букет. Букет? Букет. Раз. Два. Три. На русский язык фильм озвучен компанией Zone Vision.